В принципе, так мы и добрались до места назначения. Мы доехали до Ростова, нас там высадили, и мы добрались до ЖД вокзала Ростов-на-Дону. Кстати, у меня есть на моем канале влоги, мини-влоги такие, без комментариев, без ничего. Просто я снимала все события на эту тему, и не все смотрели их, я так понимаю. Я, может быть, вставлю в этом видео какие-то моменты, либо просто оставлю ссылки в инфобоксе, либо в видео где-нибудь повставляю ссылки такие на эти видео. Вы просто после этого видео посмотрите именно эти видео, но там видео больше такие именно уже с России. В Украине я не снимала, потому что, ну, нечего было там снимать, потому что и снимать нельзя было, было очень страшно, поэтому я думаю, вы понимаете. В общем, вкратце, мы добрались до Ростова, да, мы высадились, все как бы, мы нигде ничего не знаем, у нас глаза вот такие, мы перепуганные. Поговорив с МЧСниками, мы понимаем, что есть возможность такая, как бы функция, да, есть такие мини-лагеря, в которые нас собирают, все вот эти кучки людей, приезжих украинцев, и потом развозят по каким-то городам, города, которые подают свои заявки МЧСникам, что они готовы принять некое количество людей. Мы решили не пользоваться этой функцией и поехали в Воронеж, потому что мой парень проходил собеседование с воронежской компанией одной, и компания ему сказала, что да, конечно, мы хотим, как бы, чтобы вы у нас работали, приезжайте и на месте уже разберемся. Приехав в Воронеж, мы обнаружили, что нужна временная регистрация хотя бы, в общем, некие документы нужны, которых у нас нет. Как их сделать, мы не знали. Что делать, как делать, мы не знали. Мы проконсультировались в ФМС. В общем, нам дали отворот-поворот, мы не знали, что и как делать. Мы уехали обратно в Ростов. В Ростове мы согласились с МЧСниками, что мы останемся там и подождем распределения по городам. Там есть, по-моему, в первом влоге моем, именно российском, такой момент, сколько на вокзале людей, и это люди не просто там, да, которые на вокзале находятся, а это именно беженцы, которые живут там уже даже некоторые не один месяц. В общем, это жуткое, конечно, зрелище. Мы там пробыли 2 дня практически. Там была кухня у них, были волонтеры, которые кормят всех этих людей, которые помогают. Там очень много детей было. Вот волонтеры помогали какими-то игрушками, одеждой, какими-то деньгами. Были даже, на мою память, 2 мужчины таких, офисного типажа, да, с портфельчиками, пришли туда, ходили просто. И потом я обнаружила, что они подходят к девушкам, у нас было несколько беременных там, и получается, некоторые мамочки, у которых по 3, там по 2 детей, у одной даже грудной ребенок был, по-моему, вот они подходили к этим девушкам и давали по 5000. Как бы, я считаю, это не маленькие деньги для самого россиянина, а для нас, ну, для беженцев, так и подавно. Мы, допустим, приехали со своим бюджетом, мы также не транжирили его, но и также ни от кого подачек никаких не принимали, потому что есть люди, которые больше нуждаются в этом, поэтому, ну, мы такие. Допустим, на этом вокзале были мужчины, которые меня, честно, просто убили своим поведением. Вот волонтеры, которые там, да, кормят на кухне людей всех, они должны успеть приготовить 1, 2, 3, да, потом еще чай всем раздать. Ну, в общем, это адский труд, я лично считаю, и
Этим всем заведовала одна девушка, менялась она иногда с парнем молодым. Это совсем такие молодые люди, и вот мужчины были, компания мужчин, их трое, по-моему, или четверо, я точно не помню. Но это маленькая малость, которую я могу вам просто рассказать из всего этого. Эти мужчины просто морозились, они, когда подходило время просто, и нужно будет помогать таскать с кухни что-то, либо на кухню, допустим, сначала привозили продукты откуда-то, с какой-то базы, да, которая жертвует в помощь беженцам. Потом это все нужно отвезти на кухню, соответственно, там еще нужно, наверное, чем-то на кухне помочь, потом еще с кухни привезти сюда, на верхний этаж, соответственно, какие-то бочки с чаем, я не знаю, коробки с чем-то, да, там много всяких сладостей детям привозили. Так вот эти мужчины отлынивали, помогали только женщины и какие-то молодые парни, которые, ну, очень худенькие, очень маленькие, в общем, это, конечно, жесть. Зато потом эти мужчины стояли самые первые в очереди, когда есть куча детей, ну, в первую очередь пропускали детей, да, сначала детей накормить, потом уже взрослые, там такая очередь собиралась, там такие драки, честно, на это все посмотришь и просто ужасаешься. Но эти мужчины стояли в первые, даже перед детьми. Вот, а что вы нас покормите, как бы, что же вы так долго? Короче, это ужас. Я убедилась в том, что нет плохой нации, хотя и до этого я не была расисткой, но сейчас я точно знаю, что нет плохой нации, есть плохие люди в каждой нации, есть гнилые люди, которым не место, мне кажется, в любой нации. В общем, после этого у нас не получилось никак уехать по распределению, потому что мы были какие-то в списке, там, 800 какие-то, да. Мы познакомились там с одной парочкой, тоже молодой человек и девушка, которые рассказывали нам, что они уже не первый раз ездят по распределению, и пошла такая тенденция, просто поначалу, может быть, и развозили вас, да, система такая, вас привозят в какой-то город, да, город, который готов вас принять, и, соответственно, город берет обязательства некие, потому что, ну, большая часть людей, да, едет без своего бюджета абсолютно, и, соответственно, вы, когда приезжаете, город вам помогает просто устроиться на работу, пусть даже тем же дворником, никто не говорит, блин, что вы будете там, я не знаю, вице-премьером каким-то. Бред, конечно, думать о таком. Все знают, в каком они положении находятся, и многие просто знают, что к чему, и что нужно перебиться какое-то время, и рады любой работе. А поговорив с вот этой вот парочкой, с которой мы познакомились, они нам объяснили, что это было изначально так. Сейчас есть такой момент, что да, увозят вас, но вас бросают просто на вокзале, и дальше вы также сидите, не знаете, что как делать, что к чему. В общем, никто вам нигде ничего не помогает, даже если вы обращаетесь там в суд идете, либо там в главные инстанции их, неважно, никто вам ничего не помогает, просто пожимают плечами и говорят, ну, мы ничем помочь вам не можем. И мы решили, что мы не будем такого ждать. Нам не хочется просто, если мы уедем, да, и в такую ситуацию попадем, мы потратим опять же свои деньги. Как бы там это все бесплатно у них, у МЧСников. Но, соответственно, если нас кинут тогда, то мы будем затрачивать свой бюджет, который мы откладывали и оставили для того, чтобы хотя бы первоначально нам на съем квартиры хватило, на какие-то мелочи, да, на пропитание. В общем, у меня сестра давным-давно, еще раньше меня, уехала и жила в Таганроге с детьми, также уехала из Украины. В общем, я решила на первое время, так как я тем более ее давно не видела, и живя в Енакиево, да, в маленьком городке, я в свой родной город, город Мариуполь, ездила проведать родственников, да, пообщаться с ними только раз или два в год. Поэтому я воспользовалась такой возможностью, тем более, что Таганрог был недалеко от Ростова-на-Дону. В этот же день на автобус и поехали
к сестре. Там мы тоже обратились к МЧСникам, к МС обратились, и нам объяснили, что у них тоже есть такая система распределения, что поступают какие-то запросы от некоторых городов, что они могут принять беженцев, и если вы хотите, можете поучаствовать в этом распределении. Честно, выглядит как некая акция. Выиграй бесплатную путевку там в какой-то город. Ну, честно, для меня это выглядело так. Хотя очень было страшно, очень боязно, мало ли куда ты попадешь. Хотя там нет такого, что вот, к примеру, там пришло распределение на какой-то город, и ты обязательно должен ехать. Ты можешь отказаться в любой момент, так что ты выбираешь сам, можно так сказать. На следующий день буквально нам позвонили и сказали, что есть возможность поехать в Тюмень. Я никогда не была на севере, а Тюмень там, в принципе, недалеко от севера. И мы думали, что мы едем в город. Бесплатный самолет, халява, почему бы, да, на самолете не полетать. Но мы в первую очередь даже не об этом думали, а о том, что мы наконец-таки, наверное, начнем жизнь сначала. Мы узнали все, что там нам помогут с первичными документами и могут даже помочь с жильем, с работой. В общем, да, мы очень рассчитывали на это, на эту помощь, но также было опасение, что нас просто кинут. Но нет, мы вот, у меня есть влог, как мы летели в самолете, там некоторые кусочки, да, очень было боязно, но в то же время красиво, что-то новое. Я никогда не летала на самолете, это был мой вот первый раз. Да, с первого момента в России, да, я много всего попробовала того, что не пробовала раньше и о чем мечтала, наверное. Поэтому, да, первое впечатление от России у меня очень хорошее. Мы остановились не в Тюмени, а уехали дальше Тюмени. По-моему, там 7 километров даже от Тюмени. Жили мы в таком, я даже не знаю, как сказать, детский лагерь, скажу как есть. Обычные домики, у них на тот момент было еще тепло, по-моему, у них заканчивалось лето. Так, я заплела косу, потому что не могу уже с этими волосами, они мне мешают разговаривать. И да, у меня села камера, в общем, я ее подзарядила и хочу доснять все-таки окончание, потому что я говорила, но камера села уже, и я, в общем, даже не заметила, что она села. Закончила я рассказывать о том, что мы прилетели в Тюмень и жили там в лагере. Лагерь был обычный такой детский, с мини-домиками. Пока мы жили в лагере, до того момента, как приедут все дети в лагерь, нам помогали сделать первичные документы и помогали найти работу, найти жилье какое-то. Приезжало туда много работодателей, в общем, всячески пытались нам помочь, но помощь состояла в том, что нас, в принципе, привезли туда для того только, чтобы заселить ближлежащие деревни. В самом же лагере, получается, мы жили где-то около месяца. Организаторы там были очень хорошие, они нам в течение месяца очень хорошо помогали с вот документами. Помощи денежной, как многие думают, нам не выделялось. Мы жили, нас кормили 3 раза в день. Мы жили в тепле, была крыша над головой, была баня русская. Я просто влюблена была в эту баню, мне она очень понравилась. Помню то время, я вообще не жалею ни о чем. Я очень довольна вообще, что я была там, что я рискнула, что я все это сделала для того, чтобы все это происходило. И я рада, что я познакомилась там с замечательными людьми. Не все, конечно, там хорошие были, была куча склочных людей, которые также хотели поиметь выгоду с государства, с людей каких-то. В общем, ну, они есть везде, такие люди. Мы, кстати, жили по несколько человек в комнате. Вот в нашей комнате, в частности, жило 3 пары. Это 6 человек. И, в принципе, мы сначала были недовольны этим, но потом, что можно
желать, что можно хотеть, если ты не вправе выбирать, так как мы думали, что нас в Тюмень везут, и мы там именно располагаться будем, там хотя бы город, да, как бы, ну, в деревне мы... Я не деревенский человек, и мой парень тем более, но мы рассматривали такой вариант, что, ну, мало ли, если что вдруг, то, ну, останемся. Нам, конечно, повезло. Мой парень искал через интернет работу, собеседование проходил по скайпу удаленно, поэтому, в принципе, кто ищет, тот всегда найдет, правильно. В общем, он нашел какую-то альтернативу. У нас еще одна парочка, которая с нами жила, тоже нашли также через интернет работу. Живут сейчас в Екатеринбурге, уже получили гражданство. Я за них очень рада, потому что мы многое пережили вместе, мы сдружились, мы общаемся до сих пор. Хоть не так часто, как раньше, но все равно мы общаемся, потому что, ну, как-то вот мы сдружились за тот месяц, как-то, да, много мы всего пережили, и действительно, вот это горе, оно как-то нас сплотило, тем более, что эта парочка жила в городе недалеко вот от нашего города, где мы жили с парнем, в общем, мы, получается, практически вообще соседи, ну, в общем, да, вот такой вот момент у нас был, нам там помогли сделать все-таки первичный документ, мой парень нашел работу, согласились его взять, и оказалось так, что фирма, с которой он проходил собеседование, находится также в Воронеже. Нам этот город сразу понравился, как мы в него приехали и в него заехали, поэтому мы даже не раздумывали, и он согласился на эту работу, и мы уехали. Сейчас я не могу сказать, что переезд в целом это что-то шикарное, хорошее, к чему нужно стремиться. Нет, я считаю, переезд это та вещь, которую ты вынужден сделать по ряду каких-то причин, да, по каким-то просто прихотям. Я считаю, этого не стоит делать. Ну, если, конечно, не знаю, вы богаты, вы меняете жилье как бы каждый год практически. Ну, есть такие люди, да, там не нравится эта квартира, хочу пошикарней уже. Ну, приобретает человек шикарней. В силу таких событий, то да, это даже, в принципе, не стресс своего рода, а приключение какое-то, да, если вы богаты и меняете часто жилье. Но в моем случае, так как мы ехали в неведение, так как мы ехали в другую даже страну, я думаю, многие поймут, что это не может быть чем-то прекрасным, хотя это было прекрасным. В сопутствии... С этим всем прекрасным было состояние тревоги, нервов, перепадов настроения. То тебе говорят хорошие новости, ты такой весь вот прям в предвкушении, то что-то происходит плохое, и ты не знаешь, блин, что делать дальше. Вот, знаете, вот из-за вот этого вот перепада резкого у меня, соответственно, наверное, вот на почве этого всего... И случилась вот такая болезнь, но, честно, я ни о чем не жалею все равно, и я не знаю, что может случиться в моей жизни плохое, чтобы я вообще пожалела о чем-то. Да, я бывает моментами какими-то, вот что-то произошло, что-то случилось плохое, я сразу думаю, блин, ну почему, что я сделала не так? Вот да, досада, огорчение есть, это у любого человека, я такой же человек, как и все, поэтому мне это присуще. Но вот чтобы на протяжении какого-то долгого времени, каких-то долгих лет, я о чем-то жалела, нет. Я даже не хочу, чтобы у меня это было, я просто не стремлюсь к этому и вам того же желаю. Я пережила... тяжелый период в своей жизни, я считаю, и все равно я хочу радоваться жизни. Наверное, вот с вот этим вот переездом, наверное, с вот этими вот событиями я, наверное, и стала сейчас вот только ценить жизнь так, как она есть. И то я считаю, что я не на 100% ценю ее так, как нужно, и то, как она этого заслуживает. Но я считаю, что у меня сейчас поменялись взгляды на все абсолютно. Я радуюсь практически от всего. Я, по крайней мере, пытаюсь это делать, потому что, ну, вы сами знаете, не всегда это выходит.
даже у оптимистичных людей бывают иногда срывы, бывают иногда депрессии. Они также у меня бывают, так же, как и раньше, в принципе. Но сейчас, выходя на улицу, даже когда холодно, я пытаюсь просто улыбаться, пытаюсь, чтобы у меня было настроение хорошее. Даже если по моему лицу внешнему не видно, потому что в транспорте обычно я, ну, с обычным выражением лица, серьезно, я не улыбаюсь каждому прохожему, как идиот. Но, тем не менее, я не отвечаю грубостью. Иногда на грубость, иногда на хамство. Я просто могу пройти мимо или просто даже посмеяться, как бы, либо в лицо, либо про себя просто посмеяться, что вот такая ситуация, вот такие люди у нас. Может быть, вам покажется, что это видео немножко какое-то странное, может быть, даже негативное где-то, депрессивное, но вот такой вот был у меня переезд. Я надеюсь, что вы хотя бы даже через видео поймете, что я испытала. Может, даже прочувствуете это на себе. Ни в коем случае не хочу передать плохое настроение вам. То, что я рассказала, это именно моя ситуация, моя жизнь. И если вам показалось так, что я пытаюсь как-то негатив нести, то просто не смотрите это видео дальше, выключите его и все. Юльчик, я надеюсь, я исполнила твою просьбу. Я надеюсь, я раскрыла всячески эту тему. Я надеюсь, я всячески в красках рассказала все то, что со мной происходило. Но, честно, это такой мизер, если рассказывать все и в таких подробностях, какие-то ситуации, чтобы над них можно было поржать, да, повозмущаться, обсудить кого-то, то это займет очень много времени. В общем, да, спасибо вам за внимание, спасибо, что вы посмотрели это видео. Наверное, оно получится очень длинным, и я разделю его на две части. Надеюсь, вам так будет удобнее. Спасибо вам за то, что вы были со мной, за то, что вы смотрите меня, продолжаете смотреть мои бредовые видео. В общем, спасибо вам за это. Всех целую, обнимаю, и до новых встреч, пока-пока!